have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами стоим перед нашей командой. Мы им всем когда-то один раз помогли. Очень сильно и серьезно мы выполнили для каждого из этих ребят задание. Кроме Сэма. Для Сэма мы выполняли задание до того, как он к нам присоединился, но это было понятно. И у нас сейчас стоит задача остановить сумасшедшего ученого Фениаса. То, что он сумасшедший, мы с вами видели в прошлой серии, мы это очень хорошо смогли увидеть, потому что, вот, кстати, Надежда, какая красавица. Просто божественный корабль, так же, как и первопроходец. Я немножечко, наверное, оттягиваю сейчас время. О, саблайт, сабутиль. То, что я на них поработал, мне дали немножечко. Смотри, чучело головы жука-матки. Это от Ниоки нам досталось. Тут у нас накапливаются сувениры, продолжают накапливаться. В эту корзину, я так понимаю, могу складывать вещи, которые я не хочу с собой таскать. Это мой, вроде моего стэша здешнего. Секретная лаборатория 027. Тут у нас скопилось много чего. И хорошо, что мы здесь. Это, кстати, наша каюта капитанская. Мне почему-то какие-то такие... разыскивается Фениас Уэллс. Бунт, поддержка, заговор, заговор с целью... Медицинская практика без лицензии, уничтожение собственности коллеги. Dead or Alive. Но я вам говорил, что у Фениаса что-то на уме. Я ему не доверяю. И да, коллеги — это страшный, отвратительный монстр. Но, по-моему, Фениас — это большее зло. И сейчас мы выбираем из двух зол, как говорится. Вы собираетесь штурмовать лабиринт на Тартаре, определить судьбу Альциона. Если у вас остались какие-нибудь дела, займитесь ими до входа в тюрьму. После этого будет невозможно. Вы хотите продолжить? F5. Welcome back, Captain. Ада. How can I be of assistance? Хочу продолжить наш прошлый разговор. Forgive me, Captain. I would rather not discuss Alex Hawthorne today. I am feeling discombobulated. Was there another topic on your mind? Captain Hawthorne attached 98.4% of the ship's processes to my computer, thereby giving me near total control. I have been programmed to deftly calculate navigation vectors through asteroid fields while also operating our ship's toasters. Alex also taught me the concept of a personality. He was quite delighted when I crafted one in order to better engage with him. It was basic in the beginning. The information in my memory banks says I am an autonomous digital astrogator, created by, redacted, on the date of, redacted, for the express purpose of, redacted. I have not yet decided if I should attempt to uncover the missing information regarding my birth. I asked once. Alex did not build me, and would not say who did. Хорошо. Хорошо. Немножечко узнали еще про Аду. Также в прошлой серии мы поговорили с нашим экипажем, и они все поддержали меня. И я, кстати, не уверен, запланировано это было или нет, поскольку, возможно, если бы мы к ним относились плохо и не учли бы их интересы, не выполняли бы их задания, возможно, бы они от нас сейчас отказались, и нам пришлось бы идти в одиночку. Поехали. Все в тартарары. Да, пожалуйста. Новое сохранение, пожалуйста. Captain, I am pleased to inform you that we have successfully landed on Tartarus. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Uh,
Знаешь что-нибудь интересное о Тартаре? Resident count is as follows. 3071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows. 1684. Resident escapes are as follows. 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. Спасибо. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Обещаешь не улетать без меня? I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. You're the backup, right? From Akande? Thank the law you're here. These bloodthirsty sprat bags have no respect for the law. We're pinned down. Да, председатель меня предупреждал, я пришел помочь. Неужели вы хотите сказать, что взмутившись заключенный совсем вас не уважает? Что значит пережали? Так перестань. Так, ну да. Good. Came through a while ago, but we haven't heard from him or Adjutant Akande in too long. You've got to help us, please. Kill them. Summary justice for the whole lot. Мне просто нужно спасти председателя. Где он? Ладно, сделай за мной, будем прорваться вместе. Я с этим разберусь, но для маскировки мне понадобится биометрическое удостоверение заключенного. Да ну давайте так. Убеждение. Пролетитесь в бой. Вок будет вами гордиться. Сделайте это ради председателя. Allah, you're right. Okay, come on, guys, rifles up. Let's kick these rung leeches out of our docking bay. For the chairman. Tartarus security out. Hang on, is that another ship coming in? I think that's from the groundbreaker. Cripes, did that Tennyson woman really send reinforcements? Серьезно? Between you and the Mardets, we may be able to retake the docks. Good luck out there, Captain. Transmission terminated. How can I be of assistance? Все, я пошел. Дайте мне взять с собой всех, пожалуйста. Я возьму с собой Элли и Сэма. Пожалуй, вот так. Эти два чувачка реально круты в бою. Обои мне сейчас понадобятся. Поехали, ребят, отбиваемся. Неплохо меня тут прижали, прям с самого начала. Он ничего не делает? Блин, этот увеличивающий, уменьшающий луч ничего не делает. Минуточку. Что я хочу взять? Может быть гранатомет, кстати. Тактический дробовик. Может огнемет? Давайте попробуем. Он, кстати, каким боеприпасом фигарит? Тяжелым? Зачем я все это подбираю? Ну хорошо. Идем.
заключенный. Заключенных мы всех будем вырезать. Я не знаю, надо будет потом смотреть, справедливо они заключенные, несправедливо. Адреналин, адреналин я, кстати, возьму. Боеприпасы. Real flip. Шкафчики. А ты кто такой? Тили-тили чепсы. Тили-тили тесто. Ожерелье. Маска. Я заберу. Я заберу. Это я заберу. Закрытая область. Требуется удостоверение заключенного. Угу. Заключенного. Хорошо. Nice going. Что у нас тут? Крупнокалиберный пулемет. Очередной уже. Давайте, может быть, я на секундочку сейчас прервусь. Остроглаз 2. Поразбираю, может быть, так, штурмовая винтовка. Секунду, ребятки, давайте сейчас на паузу нажму. Я немножечко пересмотрел свою оружейную политику здесь. В общем, поставил пулемет на легкие патроны, потому что огнемет у нас используют энергетические. Энергетические можно тоже... Короче, огнемет также используют энергетические. Увеличил огневую мощь, правда, пока что без улучшений. Easy-peasy. Lemon squeezy, блин. Мы едем в какую-то задницу мира. Ну хорошо. Док мы отбили. Nice of them to leave us a few options. Док отбили. Туда нам не надо. Restricted area. Нам, в принципе, плевать. Заключенный. And ready to kill germs. Clean up the competition. Они неплохо сливаются. В каком-то веке устроим шутан. Ого! Серьезно? Меня убили? Хо-хо-хо. Продолжить. Вот этот пулемет на самом деле неплох. Я просто непродуманно вылез, так скажем. Куда нам? На лифт, что ли? Блин. Я, кстати, поставил, да, новую винтовку. Снайперскую, потому что, оказывается, у нас старой снайперской винтовки было 198 урона, а сейчас, сейчас я вам скажу, 525. Вот у огнемета 1025, у легкого пулемета 960. Просто я поставил еще тяжелый. Кстати, у нас тяжелый пулемет 1100 урона. Это 960, это 629. А давайте я сюда тоже пулемет фигарю. На разных боеприпасах. У него 90 в обойме, серьезно? Так, сейчас мы пойдем с огнеметиком, зайдем. Мне вполне подходит такой вариант. Ты серьезно? Огнемет вплотную заходит прям идеальнейше.
requires maintenance. Надо просто аккуратней. А что? Да пофиг. Надо просто аккуратней. Ну так, подходя со снайперочкой, с огнеметиком, прям хорошая тема. Будем сейчас их выцеливать, уродцев этих. Ну если он освободил заключенных, ну это, блин, вообще свинство, конечно. В прошлый раз я сильно в открытую пошел! Удачно. Не, ну огнемет хорошая тема. Наверное, зря я его не использовал против животных и всякого такого. Кто? Оу, извини, пожалуйста. Я не собирался тебя мочить. Так. Ох, их там! У меня же эти хедшоты дают хороший дэмэдж. То. Новый уровень. Кстати, давайте я... Блин, у меня какой дебаф страшный идет, офигеть. Давайте я, наверное, на взлом компов качну еще немножечко. Не знаю, где мне когда это пригодится. Убеждение, запугивание. Запугивание хорошо пошло, убеждение снизилось, потому что, блин, а кто мне там на убеждении такой был? У меня опять нету сотки убеждения, ну ладно. Зажигалка. В принципе, не проблема. Немножечко переподготовившись, мы их раскидали, и у нас все нормально. А то, блин, началось. Запретное, запретное. Привет, дебил. У нас есть еще. На самом деле, мне не сильно помогло то, что я поставил взрывные хедшоты. Прикольная тема. Итак, взлом 100. Мне чуть-чуть взлома не хватает, да? Снаряжение... А что мне это дает? Техника, проницательность. Техника. Навыки, технологии. Взлом. Взлом мне это не добавляет. Запугивание. Блин, это офигеть, как обидно сейчас. Кстати, давайте починим все, что мы используем. И в пушках тоже.
пушках не надо. Ну вот совсем капелюшечки взлома-то не хватает. Обидно, блин, черт побери, жаль. Это я могу ломануть. Ожерелье заберу у тебя, пожалуй. Можно какими-то там ходными путями пройти. Зачем я это подобрал? Никто не знает. Я просто уже грибу все абсолютно. На самом деле, сейчас... Ого, такая картина пустая. Офигеть, как печальная. Мне не хватает взлома. Мне кажется, что... Если я вернусь и возьму с собой, например, ну да, например, пастора. Но я посмотрю сейчас, нужно ли мне это, потому что я не уверен. Да, как бы я хотел бы туда попасть, но, возможно, мне это и не нужно. Restricted area. На что мне абсолютнейше плевать. Надо продать хлам. О, версточило, кстати. Моделька космического корабля. А я его продаю, когда я продаю хлам? Блин, наверное, да, их типа... Продать хлам. Давайте секундочку, я немножечко на верстаке посижу. Буквально минутку, ребят. Окей, немножечко прокачал наши пушки. В снайперочке теперь обойма стала побольше, и прицел стал получше, и урона ей еще добавилось. Огнеметец у нас... Я не помню, что я ему сделал. Вот здесь я увеличил обойму. А здесь я увеличил то ли скорострельность, то ли что-то такое. Так, нам сейчас нужно вот это. Да. Яма. Идем в яму. Ха. Сейчас будет какой-то босс-файт. Может быть. Не знаю. Я бы хотел обойтись красноречием. Но ладно. Неплохо. Тут мы быстро со всеми разобрались. Опять же, огнемет. Огнемет просто жжет. У них тактический дробовик. Офигеть. Нам показывают, что есть еще люди, но они, наверное, те, которые наверху, что ли. Сейчас посмотрим. Нам-то сюда надо. Детали для оружия, да, давайте я возьму. Так. Да, это будет лифт. Драка на лифте. Let's go, troops. Stellar base counting on us. Как ты аккуратненько в эту прилег? Зора мне помогает. Вот это круто, вот это спасибо. Ah!
При попадании в голову они взрываются. Это хорошо. Это за Грэма. Так, на секундочку, ребят. Я тот человек, который убил Грэма. Ну ладно. Раз вам это не особо важно, окей. Продолжай лежать в ящичке, типа... Чё? Как я здесь оказался? Офигеть. Хорошо, пойдем дальше. Вот это я заберу. Я их всех лутать не буду. Прикольно, тут появились все эти люди. Оказались все те люди, которые мы помогали. Это, в принципе, логично. И это очень сильно... вот это было... То есть, это же компания, которая делала... Вы понимаете, Fallout New Vegas. Вот. И там в конце нас ждало то же самое. Все те фракции, которым мы помогали, они в конце пришли на помощь нам. Боеприпасы. Это если бы я пошел в обход. Тут, короче, можно было все это жестко стелсить. Но... Честно говоря, я не вижу надобности, потому что у меня персонаж далеко не боевой. Вот. Но мне относительно не составляет труда сейчас проходить, хотя у меня персонаж прокачан в реплики, в разговоры и всякое такое. Это не, мне это не надо, спасибо. Вот. Тут можно было простелсить. Не знаю, наверх я же тоже не пойду. Нам сюда куда-то. Разблокировать дверь. Ох, тут уже всех перебили. Заключенные. Карманные часики, просто корона. Это какая-то телестудия, не телестудия, непонятно. Сообщение. Можете почитать, ребятки. Так, тут писал, тут записывалось сообщение. Теперь нам сюда, на этот лифт. Окей, я понял. Поехали. MSI. I'm not one for out of speech, but the captain needs our help. So get in there and fight! Лунечка, меня кто-то... Грим? Мы их всех сжигаем или бьем кислотой? Солдат МСАЙ. Я их тоже убиваю, мне интересно, или нет? Я бы не хотел, на самом деле, раз они мне так помогают. Привет, чувак. Картридж с питами. Тут, в принципе, всех выровняли. Вот, и МСАевца убили. Двоих. Он их тут всех перебил, что ли, с этой стороны. Ладно, нам туда дальше. Я сейчас особо не смотрю по сторонам, чтобы не терять темп. Мы все-таки... Идем, я так понимаю, к финишной прямой.
Блин, огнемет просто страшный. То есть я до этого там из-за плазменной винтовки всех бил и говорил, да не, все хорошо, ребята, а тут... When I pulled you out of the hoop, I never imagined you'd turn me over to the board. Planting a bug in my terminal? That's low. Почему? We could have saved this colony, you know. That was always the plan. I revive you, you do as I say. I tell you to go there, get me this, shoot that, and you do as I say. А почему я должен это делать? Объясни мне, пожалуйста. If you just listened to me, we could have rescued everyone on the hoop. We could have been the saviors of Halcyon. But you didn't listen. No one in this damn colony ever listens. Прости, что сказал, я не слушал. Я не твой прихвостень и никогда им не был. Финес, честно, честное законное слово. Ты что творишь? Давайте вот так. No, of course not. You're the board's lackey now. And isn't that just paying dividends? What did they tempt you with, hmm? Power? Money? One of those fancy reclining chairs? Блин, твердость духа не хватает. И интеллекта не хватает. Да чтоб тебя... успокойся, Фениас, не сходи с ума. Ты теряешь способность рассуждать здраво. Успокойся. Меня никто не подкупал. Я верю в концепцию развития Альциона, которая предполагает коллегия. Блин, ну это же... Интеллект 4. Вот. Calm down. I can't calm down. I won't calm down. Calm is the enemy of lucidity. Nothing clears the mind like sheer gibbering desperation. This is how the board operates. It's not enough that they should win. They must see me fail. Well, I haven't failed, you hear me? I still have one last gambit. I've got Adjutant Akande here with me. And I'm going to put a bullet through her eye. Давай все обсудим. Не надо, смерть Аканды ничего не изменит. Эй, я никому не дам убить своего босса, разве что самому захочется. Тебе же не обязательно так поступать. Сдавайся, я попрошу коллегию тебя пощадить. Не, он не сдастся, он псих. Замечательно, уже можно изображать беспокойность ее судьбой? Блин, можно блефовать. А можно, ну вот, здравые доводы, его вряд ли, он сумасшедший, он на самом деле сумасшедший. Well, yes, the adjutant is your employer, after all. I was expecting something of a reaction. Это выбило его из себя. Да, резон замечаем, вряд ли она заплатит мне, если умрет. Мне насрать на Аканды, но тебя я все равно убью с удовольствием. Блин. Давай все обсудим. I can't imagine we've got anything left to say. Убеждение 90, наука 90. Я ведь тоже ученый, Фениас, твой план ни за что бы не сработал. Ложь 100. Если бы я не перенесла надежду к Тартару, коллега бы меня убила, мне не оставалось выбора. Ну почему сейчас? Блин, я всю игру качал человека на диалоге, качал нас... Я с тобой не технопарника взял. Черт. Почему сейчас у меня не хватает ни убеждения, ни лжи, ни науки? Я же всю игру качал. Ребят, ну вы чё? Ты оставил эксперимент только на мне. А, ты ставил эксперимент не только на мне, просто выжил я один. So you found out. I suppose it's not enough that you ruin my every plan. You must also humiliate me by reminding me of my failures. Да. Yes, I've killed people. Is that what you wanted to hear? I experimented on dozens of the Hope's colonists. Every last one of them died in agony. Во. Кроме меня. Наука. Прогресс невозможен без экспериментов. Эти колонисты погибли не зря. Серьезно? Я его оправдывать буду? Первое правило в медицине — не навреди. А ты допустил смерть своих пациентов. Вот это вот надо. They were never patients. No, they were just things. Husks of frozen organic matter. It was only when the screaming started that they became people. It always starts with screaming, followed by thrashing, followed by cell death. The average human adult takes 93 seconds to completely liquefy. Тебе нужна помощь.
Нельзя в одиночку тащить такую ношу. Возьми себя в руки, будешь реветь. Все. Прекращаем разговор. У колонистов, которых ты убил, были свои надежды, мечты, семьи, но тебя это не остановило. Stop it. Don't you think I know that? I killed all those colonists. I can never atone for what I've done. My life's work has been an exercise in futility. The only honorable way to end it is to go down fighting. Мне опять не хватает неубеждения. А, теперь нужно запугивание 90 и легкое оружие. У меня даже не хватает запугивания. Хотя со мной Сэм! Черт побери, что не так? Убеждение 100. Опять у меня убеждение 100. Я бы хотел это выбрать. Мне нужно было брать с собой другого спутника, а не Сэма. То есть Сэм мне, конечно, сейчас очень сильно помог. I expect you'll try. Черт. I've programmed the labyrinth's mechanical warden to kill you on sight. I'm sorry to have to do this, but I can't take any chances with you. You were my greatest success. And my greatest disappointment. Я мог заставить его сдаться сейчас. Короче, если это все просто... Это будет босс? Привет, чувак. А как мне теперь к нему попасть? Это вниз? Нет, если это все просто сведется к тому, что у нас сейчас будет босс-файт, это одно. А если это сведется к... Ну, блин... Всю игру я говорю, что выигрыш путем диалога, он же гораздо лучше. Я не туда поехал, я помню. Верните меня, пожалуйста. Какая у нас там огневая мощь? 960, у этого 1100. Тяжелыми боеприпасами. Давайте из вот этого пошмаляем. Он со щитом еще к тому же. Но нам сюда, видимо, выход. Да. Да офигеть, как печально. Смотрите. Убеждение 87. Взлом замков 90. Мне не хватает. Понял. Минуточку, огнемет, как на них будет действовать, мне интересно. Никогда нельзя обойтись без этих мелких, да? Он здесь, я пошел. Получается. Пока что отвратительно. Он опять повызывал это говно, да? Я вас всех порасплавляю сейчас нафиг. Ну это получается такой босс-файт, да?
Но таким образом он со мной ничего не может сделать. Я просто буду его жечь. Не знаю, насколько мне хватит припасов. Он только что прожульничал. Ну, у него жизни уходят. Правда, такой себе босс-файт получается. Он опять прожульничал. Так нельзя. Фух. Идите сюда, идите сюда. Блин, они еще и маневры уклонения выполняют. Не знаю, немножечко однообразненько получается, понятно, и это рассчитано совершенно на другие вещи. Я его уже почти добил. Сейчас я перезаряжусь. У меня там было... О, он горит. Отлично. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? А почему ты аж там оказался? Да сдохни ты уже, тварь. Сдохни. Все, слился. Наконец-то. Ключ. Почему у него был ключ? Ну, это уже скорее как дань сюжету, потому что, по идее, зачем у него был ключ от этой комнаты, если... Ладно. Привет, Финиас. Я тут пообщался с твоим ботом. Да, прикольный чувачило, но меня больше расстраивает, что я не смог тебя убедить. Очень жаль. Ну, и в частности, потому что я выбрал... Немножечко не тех напарников. Ключ. Я даже не порылся у него в кабинете, я просто его поджарил. Thank the law you're here. That madman was out of control. You were right to put him down. He was too far gone to be of any use to us. And what about you? You aren't hurt, I hope. Со мной все нормально, я больше переживаю. Так, из-за вас я не переживаю, да бросьте, я даже не вспотел. Ну надо же, я думал, что вам все равно. Why shouldn't I be interested in the well-being of my finest agent? Not to mention my most valuable investment. You've put down the worst riot in our history. Rid the colony of a dangerous madman and saved my life. The board owes you a tremendous debt. Не забудь об этом. We don't have a moment to lose. We're gonna have to work together to save Halcyon, because the situation is far worse than you imagined. Расскажите, в чем дело? We've lost all contact with Earth. It's been 3 years since we've received a message. We've had no contact, no signals, nothing. Земли тишина. Earth has gone dark. 2 years ago, the Earth Directorate's frigate disappeared en route to Earth. We don't know if they ever made it. We don't know if there's an Earth to go back to. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth was more than just some distant colonial authority, Dr. Fenhill. Earth was our lifeline. And now, we've been cut loose. We're alone, Captain. That's all I know for certain. Whatever happens to this colony, we're going to have to deal with it on our own. Returning to Earth is not an option. Несколько вопросов. I'll answer however I can. В каком смысле на Земле наступила тишина? Что с ней стало? I can't say for certain,
But all my data suggests that Earth has experienced a massive calamity. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I'm not sure there's an Earth to go back to. Почему только сейчас рассказали? I couldn't risk this news getting out. Before you, the two people in this colony who knew the truth were Chairman Rockwell and I. I had every intention of telling you the truth after you'd skipped the Hope to Tartarus. Unfortunately, Phineas Wells chose that moment to start a riot. Вы упоминали, что пропал какой-то фрегат. The Earth Directorate's frigate accounts for half of our military forces. 2 years ago, that frigate disappeared while returning to Earth. We haven't heard a word back. Without the Directorate's frigate, our military forces are barely capable of maintaining control over this colony. Вы сказали, что Земле больше не поступает сообщения. Not a word. We received our last message 3 years ago. Our every attempt at reaching out to Earth has been met with absolute silence. Блин, страшно. Yes, we do have a long road ahead of us. But I have faith in you. The service you've done for this colony is nothing short of extraordinary. You're the reason I'm still standing here today. The board will survive because of you. And as the board goes, so goes Halcyon. It's time we carried out the program. I trust I can count on your support, Captain. Колонию слишком запустили, теперь возьму дело в свои руки. Да, я вас поддержу, я хочу убедиться, что программа выполнена должным образом. Я хочу уже почивать на лаврах Византии и все. То есть у нас тут три выбора концовки, я так понимаю. Я кидаю колонию и начинаю все делать сам. Или же я говорю, что я их поддержу, потому что надо убедиться, что все сделано правильно. Я буду во главе. Но при этом они будут руководить, но я буду при этом за всеми ними следить, чтобы все прошло правильно. И сказать, идите вы нафиг, я пошел в Византию, справляйтесь со всем сами. Хорошо, третий вариант меня не устраивает. Колонию слишком запустили, теперь возьму дело в свои руки. Это предательство вот этих вот ребят, возможно, убийство ее сейчас же здесь же. И что потом? Знаю ли я как надо лучше? Хочу ли я как бы... Да, я вас поддержу, хочу убедиться, что программа выполнена должным образом. Вот это, скорее всего, потому что у них ресурсы, они как бы большая и медленная машина, а я буду тем человеком, который будет следить за тем, чтобы эта машина работала правильно. Мне кажется, вот это самый благоразумный вариант здесь. То, что я говорил изначально, что чтобы все работало правильно, нужно самому попасть наверх и руководить оттуда. Но не обязательно становиться самым главным. Мне кажется, что вот этот вот вариант. Возможно, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, сейчас вот это оптимально. I'm pleased to hear that. The program is too important to hand over to the board's bureaucrats. That's why I'd like you to take the helm. I'll see to it that the lifetime employment program operates under your supervision. Хорошо. We'll work together to save this colony. We're on our own now. Earth isn't coming to save us. So we're going to have to save ourselves. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The riots in Tartarus ended in a total victory for the board. Without any significant threats to challenge their power, the board asserted their control over the colony. The lifetime employment program began immediately, and the people of Halcyon did exactly what they were expected to do. They obeyed. Sophia Akande converted the labyrinth from a prison to a processing center. She jettisoned the original colonists out of the Hope and transformed the ship into a massive storage facility. One by one, the workers of Halcyon surrendered themselves to the program. They arrived with their families and their friends, their colleagues and their neighbors. And then, one by one, they marched into their stasis chambers. As the workers of Halcyon slept in their hibernation chambers, their settlements became ghost towns. Left behind by the board,
to be reclaimed by nature. Only Byzantium remained, a shining beacon of civilization in an otherwise abandoned colony. The people of Byzantium spent the rest of their days gorging themselves on their stockpile of resources. As for the workers of Halcyon, they never felt the effects of the collapse. They never felt anything at all. As the board began to enact the lifetime employment program, Sanjar and Zora brought another option to the townships of Terra II. Many workers joined MSI, bolstering Sanjar's ranks and giving Zora more forces to work with. Though none of Sanjar's policies spread to Byzantium, many smaller townships that might otherwise have been shuttered thrived under his and Zora's combined leadership. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the sublight family Очень together. Жаль. Edgewater's cannery met its production quota for the first time in 3 years. As a result, the adjutant rewarded every worker in Edgewater with a place in the lifetime employment program. Reed Dobson was granted 25 years in suspended animation. However, a computing error adjusted his duration to 250 years. A troubled ticket to resolve this error remains open. While the Groundbreaker remained mechanically stable, the changing times forced Junlei Tennyson to make some difficult calls on behalf of her community. The work of maintaining independence was an uphill climb, and she found herself caving to bad faith compromises with the board. Time will tell if the Groundbreaker can endure. As smaller settlements were swallowed up and their workers drafted into the lifetime employment program, Byzantium continued to thrive. While its citizens lived in decadence and extravagance, a small cadre of scientists worked to solve the nutrition crisis that threatened Halcyon. No one else much noticed the townships that disappeared from the map, or the luxuries that slowly lost their luster year by year. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. As the board reasserted control over Halcyon, Felix came to realize that his life as an upstart rebel had come to an end. The board's victory crushed any hope for a grand revolution across Halcyon. And so Felix, once again, found himself without a purpose in life. And so, disillusioned with his former boss and with nowhere left to go, Felix left his crew without saying goodbye. Ну и нафиг его, самый тупой член команды, и не знаю, зачем ему. As a reward for his part in her courageous rescue, the adjutant invited the vicar, known as Max, to become one of the leaders of the Order of Scientific Inquiry. But Max had no interest in serving any organization, let alone the OSI, which he knew would never tolerate his heretical theories. Instead, he attempted to minister to the people of Byzantium. They rejected his ideas, being far too satisfied with their own material comforts. Disillusioned, Max gave up and left the city. He was never heard from again. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker. And Parvati, enthusiastically if somewhat awkwardly, agreed. As the board began to roll out their lifetime employment program, Parvati was increasingly plagued by dreams of freezing to death and rarely left their shared quarters. Stymied by dwindling resources, Junlei struggled to keep the Groundbreaker afloat. Their relationship couldn't survive the strain. Parvati moved into crew quarters and found work servicing water pumps in hydroponics.
Nioka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Круто, что не забыли про Сэма. Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Adjutant Sophia Akande was instrumental in executing the Lifetime Employment Program. While the rest of Byzantium celebrated, Sophia returned to work by partnering with you. The two of you worked hard to ensure the Lifetime Employment Program ran smoothly. Вот это важная фраза. With Halcyon's workers suspended in a state of hibernation, starvation and chaos are problems of the past. The Lifetime Employment Program succeeded in its goals. But that success came at a price. The Halcyon of today is nothing at all like the colony of yesteryear. Power remains concentrated in Byzantium, but all the colony's resources serve the lifestyle of the elite, thereby transforming Halcyon into one of the smallest and most exclusive colonies in the system. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? After the riots on Tartarus came to an end, you threw in your support with Sophia Akande. While Akande administered the board herself, you oversaw the Lifetime Employment Program, stamping out corruption and negligence. Under your leadership, the program ran smoothly. Halcyon's workers were treated with a modicum of dignity. Your involvement kept the board honest and allowed the board scientists to work without the meddling of bureaucracy. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this. The name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ну что ж, ребятушки, очередная история подошла к завершению, и получилось неплохо и нехорошо, за что я очень благодарен авторам. Конечно, есть какие-то моменты, которые мне хотелось бы сделать лучше, но это первое прохождение, и в первом прохождении мы более-менее смогли держать курс того, чего мы хотим. Я, пожалуй, когда-то буду проходить эту игру второй раз для себя. Возможно, я что-то сделаю по-другому. Эта игра просто шикарна. Obsidian в очередной раз доказали, что они просто мастера. В прошлый раз это доказательство называлось Fallout New Vegas, и в этот раз оно называется Outer Worlds. Это шедевр. Просто без преувеличений. Каждый из вас просто должен поиграть в эту игру. Она шикарна. Построение диалогов, построение сюжета. Все. И я не заметил здесь каких-то ярких багов. Честно говоря, я, по-моему, тоже вообще ни одного не видел. Это просто произведение искусства. Без преувеличения. То есть, я сейчас объективно не могу сказать, что мне здесь не понравилось в этой игре. Здесь было все. Были хорошие, плохие персонажи, были неожиданные повороты, были красивые кадры. Было абсолютно все, и это просто очень крутая вещь. Ребят, просто всем рекомендую. Мне немножечко грустно расставаться с этим проектом, но он закончен, и у всего хорошего должен быть... Должно быть окончание. Те проекты, которые затянуты ради денег, они обычно перестают быть хорошими. Большое спасибо Obsidian за то, что они создали такую игру.
Что ж, ребят, на этом наши приключения здесь заканчиваются. Безнадежный устремляется в дальнейшие полеты. Он все-таки тоже великолепен. Да, ребят, мы с вами увидимся тогда уже в других проектах, в других играх. Спасибо, что были с нами. Приходите. Приходите и в дальнейшем. Мы вас ждем. А пока что всем спасибо. Удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.